Относительно недавно ко мне пришел из Китая алкотестер, либо ареометр. Такие специальные емкости для измерения плотности раствора. К нему прилагалась такая вот инструкция. Вот тут инструкция на английском языке. Мы видим шкалы тут вот. И вот тут вот, начиная вот со второй страницы и до конца, тут идут вот эти вот шкалы. Пока я еще таблицы, вернее, вот. И пока еще я не разбирался, вот, но как-то вот так. Коробочка очень аккуратненькая, легкая. Сделана из, наверное, тонкой фанеры склеенной. Очень легкая, наверное, весит порядка 100 грамм, наверное, может 200 даже. Вот такая вот открывачечка. Инструкция лежала здесь вот, сверху. Вот так вот я ее достал, положил сюда. Вот. Здесь мы видим, лежит термометр. Ну, оно такое все, конечно, кажется хлипкое немножко. Вот, можно подержать и посмотреть, как быстро поднимается температура. Наверное, вначале замеряем температуру раствора, а потом вычисляем, исходя из нее, плотность. Вот видите, она лежит в такой штучке. К счастью, вот эти все колбы пришли целыми. Вот. Ну и тут вот можно, в принципе, увидеть. Сейчас попробую аккуратно ее извлечь, чтобы не повредить ничего. О, приклеилось немного. Вот одна колбочка. Вот мы видим здесь показания 100, здесь 90. Тут какая-то штука насыпана, может, специальные грузики. Нет. Потом другая идет от 0 до 40. Водку, наверное, можно мерить. Вот это, наверное, скорее всего, там было, судя по инструкции. Правда, конечно, они так вот вклеены, что их можно... А, ну, наверное, может, приклеено специально было, для того, чтобы не ходило тут ходуном. Ну да, по ходу дела прихвачено клеем каким-то. Очень осторожно быть, чтобы не кокнуть. Конечно, стекло очень тоненькое. Да, вот тут вот от 40 до 70 как раз таки можно посмотреть тоже. Ну, изделие очень аккуратное. Вот, но доставать его надо тоже предельно аккуратно. Потому что оно все такое тоненькое. Надо очень внимательно. Ну, коробочка добротная. Наша почтовая служба хорошо справилась, хорошо доставила товар. Вот. Ну, я так думаю, что, наверное, больше показывать ничего не стоит. Возможно, можно было показать замер. Вот. Ну, сейчас я посмотрю, если у меня есть водка, то попробую провести эксперимент. К сожалению, у меня не нашлось, надо будет еще пойти посмотреть. Узкий, может быть, повыше стакан. Вот, ну, сюда вот налил столько водки, сколько у меня было. Вот мы видим, он держится ровненько. В стакане здесь. Надо будет пойти посмотреть. Может быть, у меня найдется поуже стакан, чтобы провести апробацию. Да, к сожалению, у меня недостаточное количество водки. Вот, ну, тут просто вот видно, что он стоит так ровненько, отбалансирован. Ну, вот. Нужен большой стакан и большое количество водки для того, чтобы что-то получилось. Вот еще раз покажу, как все выглядит. Коробочка, инструкция. Коробочка очень легкая, но довольно-таки хорошо, я так думаю, защищает. Тут вот указано, сколько тут колб. Одна, вторая и третья. От 0 до 40, от 40 до 70, от 70 до 100. Вот. Всем рекомендую данного продавца. Вот. Проводите эксперименты дома, заказывайте с AliExpress. Всем спасибо за просмотр.